Всем привет! Это гид по каталогу номер 16, который будет работать с 5 ноября по 25 ноября. И это каталог у нас уже предпраздничный. Здесь много новых праздничных вещей. Ну и, конечно же, подарков уже в подарочной упаковке. Ну и сейчас я вам показываю праздничную нарядную одежду, которая у нас будет представлена. Ну, насчет наличия, не знаю, сложно. И вот здесь первый мой стикер стоит на чем? На украшениях. Вещи я приобретать точно не буду. Здесь ни одна вещь не подходит под мое внутреннее ощущение, поэтому я ни в одной из них себя не представляю, как бы я пошла, ну, куда-то на праздничное мероприятие. Ну, не шьет для Faberlic для меня тех вещей, которые мне хотелось бы купить, к сожалению. Но мне очень понравилось украшение на шею, вот это вот с кисточкой, и серьги. Серьги я, конечно, еще подумаю, такие кольца я раньше носила, ну а сейчас нет, но украшение мне вот это очень понравилось. Ну и давайте дальше полистаем. Платье с кружевами, платье с пайетками. Вот здесь, по-моему, это бархатное платье. Да, бархатное платье и для девочки, и для ее мамы. Цены и 4500, зеленое платье 7000 почти. Вы сейчас смотрите это видео, я его загружаю, еще идет 15-й каталог, можете зарегистрироваться и получить сейчас 20% скидку, а в 16-м каталоге вот в этом уже будет действовать кэшбэк. И для того, чтобы более выгодно вам в компании этот период переходный пройти, лучше зарегистрироваться сейчас. Я оставлю ссылку на видео, где я объясняю почему. Но просто послушайте моего совета и сделайте это. Ну или после просмотра видео, которое я прикреплю внизу. И тогда вы все эти вещи купите уже гораздо выгоднее, чем если вы зарегистрируетесь в 16-м каталоге. Вот в этом, в котором я показываю. Дальше платье из фактурного трикотажа. 4000 рублей. И к каждому платью здесь, кстати, туфли изображены, но я не поняла, это из каталога или нет. Металлизированное платье какое-то, посмотрите, с кружевом 6000 рублей. Вот здесь, кстати, рекомендую вот этот глиттер приобрести. Для век 139 рублей, он по акции. Так, ну, одежду мы с вами пролистали, страница 21, здесь новинки, туалетная вода, инкогнито, кстати, это, да, туалетная, а для женщин парфюмерная вода, для мужчин туалетная, для мужчин 50 мл, для женщин 50, очень красивое оформление такое, фактурные флаконы, я тесты еще, это пробники не покупала, но, судя по цвету флаконов, мне аромат должен понравиться обязательно. Возьму пробник и протестирую. Дальше страница 22-23. Это у нас уже по традиции. В предновогодней каталоге у нас знаки зодиака выпускают на цепочках. И стоимость 399 рублей с жемчужными элементами. И брелок. А это брелок. Это подвеска. А это брелок со знаком зодиака. 500 рублей. Я по гороскопу лев. Я посмотрела, как здесь изображен лев во рту с жемчужиной, мне это точно не нравится. Ну, а в брелочке знак льва имеет очень агрессивный вид, это тоже не для меня, поэтому я точно покупать-то ничего не буду. А дальше, напоминают, что если вы делали в 15-м каталоге заказы, то у вас есть купоны на скидку 50% на парфюмерно-косметическую продукцию, косметику для дома. Вы можете эти товары со скидкой добавить в заказ на втором шаге оформления заказа в промо-акциях. Там будет специальная вкладочка, в которую вы заходите, и у вас будет количество таких купонов, то есть обозначено как максимальное количество по товару. Вы можете взять, допустим, 5 купонов у вас, 5 одинаковых или 5 разных, это на ваше усмотрение. Но программа не даст вам взять больше, чем вам положено, поэтому не ошибетесь. Страница 27-26, подарочная упаковка для подарков. Пакетики. Эти пакетики у нас уже были. Я не знаю, Юдашкин, что у нас, только туалетную воду в нем дарить, да? Ну, хотя он просто большого размера был предназначен, по-моему, для одежды. Ну, в общем, не знаю, что еще у нас здесь от Юдашкина можно купить. И на 27-й странице это новенькие пакеты. Очень симпатичные. Один прям новогодний. Нет, еще один новогодний, зимний. А этот просто с какими-то травами, я, честно говоря, даже не знаю, что бы я в него положила,
из нашей продукции. Ну, а этот просто универсальный, его можно и не только на Новый год купить, но еще на какой-то другой праздник. Страница 28-29, здесь пошли какие-то интересные интерьерные штучки новогодние, наклеечки, на объемные наклейки, хрюшки, у нас год свиньи наступает. Кстати, вот стеклянные фигурки у нас продаются из каталога в каталог предновогодний, 800 рублей, что-то мне кажется, что это дороговато. Ну и дальше пошли новогодние украшения, шары у нас были такие в прошлом году, свечи в продаже с 17-го каталога написано. Ну и пошли товары в подарочных упаковках. Набор гран-при для рук, он у нас всегда идет в такой упаковке. А вот, пожалуйста, подарочный набор, он состоит из трех водичек по 7 мл и в красивой подарочной упаковке. Дальше перелистываю 34-35 страницы. Здесь серия «Зима» у нас с другим наполнителем. «Морозная клюква» называется, и тоже в виде набора. Защитный бальзам для губ, крем-концентрат для рук защитный, защитный крем для лица. Я бы взяла такой набор для себя, а не в подарок, но что делать с защитным кремом для лица, я точно не буду им пользоваться. Я не знаю, он для меня в этом наборе лишний. Лучше бы крем для тела в мини-версии сюда положили, потому что все-таки уходовые линейки на зиму и так берешь с более плотными текстурами. Для чего? Ну, может, для тех, кто на горнолыжку ездит, там еще куда-то, может быть, для этого, да, где лицо подвержено большему обветриванию, там сгодится. Ну, а на странице 34 у нас фигурное мыло в виде свинки, а вот эти снежинки и кексик, по-моему, были в прошлом году, и с минус 60% скидкой прошлогодний крем «Зима». Ну, говорят, что там аромат корицы, я его просто не переношу, поэтому это не для меня. Ну, и дальше мы снова видим подарочные наборы коробках. То есть это не просто, когда цена двух средств 179 рублей. Если нарисована коробочка, то этот набор придет еще и в коробочке. Мужские линейки Celsius и Lancelot. А вот здесь вот набор, видите, коробка не изображена, то есть здесь он будет точно не в коробке. Листаем дальше. Снова у нас в каталоге появляется мужской триммер 1199 рублей. Я не знаю цен на другие триммеры, поэтому мне сложно сравнивать. Страница 49. Рекомендую просто всем воспользоваться этой акцией. Туалетная водичка от Валентина Юдашкина со скидкой до 60%. Если вы покупаете один аромат, любой из них, то будет цена 1249 рублей. Если вы покупаете два любых аромата, хоть таких два, хоть таких, хоть просто эти, каждый по одному, то каждый из них будет стоить всего лишь 999 рублей. Я рекомендую и один, и второй, или на подарки, или для себя возьмите. Ну, конечно, начните с пробников, протестируйте, как вам нравится, не нравится. Опять ароматы, страница 72-73. Мини-версии полных ароматов в упрощенной упаковке. Ну вот, кстати, женская упаковка, она очень прилично выглядит, я уже покупала. У меня, кстати, Beaumont, не могу им пользоваться до сих пор. Есть какая-то такая отталкивающая меня нота. Мне кажется, что это та же самая нота, которая в воде Алены Ахмадулиной. Я знаю, кому я этот аромат могу подарить. Он у меня только раза два или три всего лишь использованный, практически новый, полный. Вот. Ну, а мужские ароматы из-за металлического такого, такой крышечки выглядят немного более дешево, чем женские. Но, знаете, для каких-то командировок, поездок, да, когда целую воду, там, 100 мл тяжеленную брать не хочется, это самое то. Металлизированная помада продолжает у нас быть в каталоге. И при покупке любого продукта декоративной косметики, просто на этой же странице эта акция обозначена вместе с металлизированной помадой, я вам показываю. Пробник женского аромата You Violet, это новинка 17-го каталога, придет вам за 1 рубль. То есть дальше у нас идет раздел декоративной косметики, и чтобы вы из него не заказали, будет за него будет подарок вот этот пробник водички You Violet. Страница 86, и у нас снова в каталоге карандаши.
Я предполагаю, что это будет примерно то же самое, что было и раньше. У меня была помада карандаш, но она была карандаш только по виду. Я предполагаю, что здесь будет то же самое. То есть никакой твердой текстуры, как у карандаша, я не жду от этой линейки. И планирую заказать 40611 натуральный бежевый оттенок. Он примерно похож на тот, который у меня был, 41096. Ну, я предполагаю, что он будет именно таким. Потому что в остальном, кроме как вот новые слова здесь на упаковке, мне кажется, ничего не поменялось. Тени, карандаши я не покупала, ничего по ним сказать не могу. А на следующем странице 89, помада модельер цвета, просто супер шикарная помада, очень пигментированная, без лишнего блеска на губах, если вам не нужен блеск. Очень культурно смотрится, хорошо пигментированно, ложится в один слой. Ну, мне очень нравится. Единственное, что из-за того, что она сильно пигментирована, и губы выглядят ярче, чем с какой-либо другой помадой. Дальше, страница 91, и все-таки хочу я купить вот этот блеск прозрачный. Иногда бывает такой нужен. Ну, просто вот написано «макияж без макияжа», мне такой нравится, губы сразу выглядят ухоженными. И он будет всего 109 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Здесь у нас Лена Темникова накрашена этим блеском, но подозреваю, что под этим блеском здесь еще тональный крем есть у нее на губах, ну, потому что слишком нюдово выглядит, именно как будто добавлен сюда цвет. Я думаю, что на губах это будет просто ваш немножко блестящий ваш естественный цвет. Страница 99, и здесь у нас представлены глиттеры для век и жидкие тени для век. Жидкие тени для век я покупала, и глиттеры. Вот из теней бежевых было два оттенка, здесь только один представлен. И из глиттеров также было у меня два вот этих бежевых и беленький. Могу рекомендовать из всего, что я вам сейчас продемонстрировала, только вот этот глиттер. Бежевые глиттеры у меня совершенно никак не красиво не лежат на веках. Тени, ну, тени нормальные, они, правда, сохнут долговато, и глиттер долго сохнет, и глиттер еще чем-то пахнет не очень приятно, но это все при нанесении, потом все выветривается, и нормально. Глиттер рекомендую, он очень красиво лежит на веках, он украсит просто ваш вечерний, новогодний какой-нибудь образ. И рекомендую нанести еще и на кончики накрашенных ресниц, тоже получается очень красиво. Я эту идею подглядела у Yves Saint Laurent. У меня моя приятельница работает консультантом марки Yves Saint Laurent в магазине, и я к ней пришла, а она стоит, у нее просто кончики ресниц такие все красивые, блестящие. Показала она мне этот продукт, стоит там что-то порядка 3000, по-моему, в виде туши для ресниц. Подкрашиваешь кончики, и они выглядят вот так блестяще нарядно. Я вспомнила, что у меня есть глиттер Faberlic за 139 рублей. Пришла домой, нанесла и получила абсолютно такой же эффект. Поэтому можете накраситься также и всем смело сказать, что у вас и в Saint Laurent, и вам поверят. Страница 104-105. Желтые ценники на декоративку. Что я здесь вам порекомендовала? Это рассыпчатую пудру и DD-крем для сухой кожи могла бы порекомендовать. Ну и вот эту палетку для тех, кому это интересно. У меня она, кстати, лежит, перестала ей пользоваться. Не потому, что она мне разонравилась, а немножко другие оттенки сейчас у меня в ходу. Страница 111. И здесь я показываю акцию «Любые два средства для ногтей за 119 рублей каждое». Планирую купить выравнивающую основу под лак, она у меня есть, и я просто наношу ее даже не под лак, а просто на ногти. Ногти выглядят более ухоженными. Ну а под лак, тут по предыдущих видео видели, такой у меня насыщенный фиолетовый пестрый лак был на ногтях Орли. Он всегда оставляет цвет на ногтевой пластине, и в этот раз просто не оставил. Я осталась очень довольна этой основой. Закажу еще, потому что моя подходит к концу. Страница 123. И здесь та просто полюбившаяся мне тушь 5327 Fly Lashes с минус 70 за 129 рублей. Рекомендую всем. Просто ловите ее в самом начале каталога. Оранжевая тушь у нас была, все ее вывели. Не дай бог еще эту выведут.
чем останется нам красить. Ну, лично у меня останется только пушап. Дальше листаем страница 139, и здесь вторая ступень из новой линейки кремов пошла со скидкой. То есть два каталога была вот эта со скидкой, теперь пошла вторая ступень, 1199 рублей, омолаживающий крем для лица 30 мл и для век 15 мл. Ну, акция аналогичная. Я думаю, что пару каталогов продлится, а затем будет на третий этап такая же скидка. Страница 145, и здесь ABC пилинг, самое время для него, у меня еще он есть в старом варианте, активно им сейчас пользуюсь, очень мне нравится, и, конечно же, если у меня закончится, то я себе обязательно закажу, потому что это должно быть в арсенале у меня всегда. Страница 146 и 147, и здесь средства для коррекции фигуры с любой продукции минус 45%. Я из того, что здесь представлено, пыталась пользоваться вот этими ампулами. Активная сыворотка для коррекции фигуры. Сколько у нас тут ампул? 6 штук по 10 мл. Ну, во-первых, 10 мл это очень много для одноразового использования. Конечно, я их делила. Наносила только на бедра. То есть там, где у меня прям выраженный целлюлит, я наносила и... На третьей ампуле я просто стала забывать наносить, потому что невозможно скорректировать фигуру ампулами. Нужно худеть, нужно заниматься спортом. И что я от этих ампул получала? Более ровную просто кожу. Вы знаете, она снаружи была такая упругая, подтянутая. Но для чего мне это в повседневной жизни, когда я все время в колготках, в юбках? Я не знаю, на себя я смотрю и без такой кожи мне нормально. Скорее всего, я бы такой продукт лично я для себя использовала летом, когда выходишь на пляж и хотя бы визуально хочется, чтобы у тебя было все получше и покрасивее. Ну, а пока, вот у меня пока такой отзыв. Три ампулы так у меня и стоят. У меня к ним рука не тянется, я просто забываю даже, что они у меня есть. В общем, для меня это оказался бесполезный продукт. Страница 176-177, здесь серия и про руки, и про ноги по 69 рублей. Именно те, которые изображены на этих страницах. Серия про ноги меня устраивает полностью вся. Я здесь беру прям все подряд без разбора, но серию про руки я недолюбливаю. Моя любимая линейка SPA. И самая любимая это вот с этой страницы, Секрет Клеопатры. Люблю просто все средства, но маски для волос сейчас я не делаю. Вообще никакие, поэтому покупать не буду. Ну а питательный крем для рук... Я, скорее всего, сделаю себе запасики и возьму по 99 рублей. Тоже моя любимая линейка La Creme. Здесь гели для душа, пена для ванны в серии «Роскошная мягкость», которую я, кстати, сейчас использую в качестве геля для душа. Прекрасно просто работает. Не знаю, есть разница вообще в составе или нет. Дальше, страница 185. Здесь обязательно буду покупать дезодорант. 99 рублей будет по акции, нужно купить два продукта. Что будет второе? Ну, либо я мыло возьму вторым продуктом, либо я возьму два дезика. И здесь почему-то нет третьего варианта, который тоже мой любимый, но я мятный люблю не меньше, мятный аромат. Поэтому возьму либо два дезика, либо в сочетании с мылом. Так, следующее, что... Где у меня закладочка? Сейчас дойдем. Значит, у нас... Видимо, к Новому году идет коррекция фигуры и скидки до 50% на средства Itless, Less Sweet. Честно, давайте посмотрим. Здесь 600 рублей черная цена, 399, здесь не 50%. И здесь не 50%, 50% только на кисель сухой. На протеиновые коктейли 79 рублей цена, ну, мне кажется, из каталога в каталог примерно такая цена. Я, кстати, дочери своей покупала эти протеиновые коктейли. Она с первой попробовала, говорит, мама, просто вообще невозможно его пить. Второе она разбавила, первый, по-моему, был водой разбавлен, второе она разбавила молоком и сказала, мам, ну это даже невозможно с молоком пить. Третий коктейль, по-моему, она оставила с бананом третий и говорит, слушай, ну на банан у меня были самые большие надежды, что хотя бы его можно пить. Нет, это просто вообще, это даже проглотить невозможно.
Девчонки, скажите, в чем секрет, как можно их пить? Потому что, ну, ей это нужно, и то ли мне в другом месте покупать, то ли тут я не разобралась, просто раскройте секрет, что нужно делать. Так, следующая закладка. Это Дом Фаберлик. Посуда в Дом Фаберлик, новинки, крышки для сковородок. Это страница 240. Крышка для сковородок силиконовая. Не знаю, надо, наверное, будет ее потом отмывать нашим средством для плиты духовок, потому что на силикон налипает вот этот жир, она со временем становится такая неприятная на ощупь, как воском покрытая. Ну и здесь это что у нас? Многофункциональный экран 4 в 1. Силикон, нержавеющая сталь. Это я вот про вот этот вот говорю. То есть можно и накрыть сковородку, чтобы не брызгал, не разбрызгивалась по сторонам на плиту, на фартук около плиты. Можно использовать как подставку и пиццу переложить. В общем, даже выпекать можно пиццу. То есть это накидной дуршлаг на кастрюлю, подставка под горячее, крышка от брызг и противень для выпекания пиццы. Размер 33 на 27,5 на 0,7 с учетом ручки. Рабочая поверхность, диаметр рабочей поверхности 27 сантиметров. То есть еще и ну, не на все сковороды подходят. 27 сантиметров диаметр рабочей поверхности, это на большую сковородку. У меня максимально 26, бывает 28, а здесь 27. Ну, не знаю, наверное, под нашу сковородку заточено. Какой тут у нас есть диаметр такой? Есть тут 28 сантиметров, наверное, вот именно под нее. Кстати, новинка, да, с диаметром 28 сантиметров, наша сковорода, 2000 рублей будет стоить. Дальше листаем. Где же это вот то, что меня тут прям возмутило? Вот, у меня тут стикер наклеен незаметно. Это набор разделочных досок. Идея очень интересная. Деревянная доска, в которую вставляется вот здесь вот в боковинку, посмотрите, несколько пластиковых досочек, у которых есть ярлычки, и понятно сразу, для какого продукта эта доска предназначена. Например, зеленая для нарезки овощей, желтая для разделки птицы, синяя для разделки рыбы, красная для разделки мяса. И все они хранятся вот там внутри, в этой деревянной досочке. Доска у нас большая, размер 34,7, ну почти 35 сантиметров, на 24,5 сантиметра и высота 3,4 сантиметра, это ну, примерно 4 сантиметра, там же у нас внутри еще хранятся другие доски. Так вот, этот набор стоит 2699 рублей. 2699 рублей. Деревянная доска и 4 пластиковых доски. Самая дорогая крутая доска, которую я покупала, это была в Икее, по-моему, рублей 400 она стоила. В нее, конечно, ничего не вкладывается, ну а пластиковые доски у нас рублей... Вот я вчера была в Галамарте, большая пластиковая доска там была 160 рублей. Вот возьмем их 4, а это получается 320-640 и 400 деревянная, 1000 рублей. 1000 рублей примерно можно в магазине, может где-то еще дешевле есть, не знаю. Но 2700, даже если вы с этих 2700 получите кэшбэк, не знаю, лично для меня это дороговато. А вот дальше мне очень даже понравилось. Страница 242 и 243. Мне очень понравились вот эти две кружки. Они идут в наборе. Подходят для холодных и горячих напитков. 200 мл. Здесь кофе. И они, ну, типа для кофе. Есть даже перевод того, что написано на кружках внизу. Размер, диаметр 8 сантиметров, высота 9,5. 400 рублей за две кружки я обязательно куплю. У меня дочь очень любит кофе, я сама люблю кофе, и будем из этих кружечек пить. Здесь у нас есть еще вспениватель молока, воронка силиконовая, 200 рублей, тоже, мне кажется, для силикона дороговато. И емкость для корицы, мне кажется, это уже вот это вот все было. Листаем дальше, что у меня... Ага, страница 245, и здесь у нас водный спрей для разглаживания белья. Скажите, что это? Что у него какие-то есть более работающие свойства, чем у добавления кондиционера, а потом глажения с отпариванием? Я не понимаю, но я обязательно попробую. 99 рублей – это не те деньги, которые жалко потратить ради эксперимента.
Я с удовольствием потрачу, если будет, потому что я не могу до сих пор купить пятновыводитель жидкий и средства от засора труб. До сих пор они у нас когда еще были анонсированы, особенно средства от засоров труб, и у нас их так и нет. 250 миллилитров, значит, что у нас? Облегчает глажение пересохшего белья, сильно мятого, плотных тканей, защищает волокна от термального повреждения, от термического, наверное, термальный, это немножко другое. Снимает статическое электричество с различных синтетических тканей, придает вещам приятный аромат, подходит для разглаживания вещей из легких тканей без использования утюга. Очень интересные свойства, надо брать и надо пробовать. Если вы пользовались чем-то аналогичным в других марках, расскажите, пожалуйста, надо это вообще покупать или нет. Страница 253, и здесь любые два пятновыводителя 249 рублей. Я прям жду-прижду, когда я все-таки закажу этот жидкий пятновыводитель за 249 рублей. Дальше, страница 259, и у нас новинка. Губка для мытья посуды, две штуки. Это вот такой вот комочек металлических спиралек. Очищает даже сильно въевшиеся загрязнения, сажу, пригар, копоть, не ржавеет и быстро сохнет. Материал нержавеющая сталь. Скажите, зачем покупать такую губку, если у нас есть просто шикарное средство для плиты духовок, где не надо ничего тереть, просто нанести, забыть на 30 минут и смыть просто струей воды. Зачем вот этот скребок, если у нас есть вот это средство? Не знаю, точно пробовать не буду, считаю, что это прошлый век просто такие губки. Дальше, мыло для кухни у нас появляется новое с ароматом земляники. Я уже даже не знаю, нужно мне нет экспериментировать, потому что последние новинки, это, ну, одна из последних, зеленый чай, экзотические фрукты и... Какой же еще у нас был? Еще какой-то был. В общем, они мне придают дополнительный аромат еде после того, как я мою ими сковороды. Что-то мне кажется, что с земляникой может быть та же самая история. Но куплю, попробую, если что, использую для рук в ванной комнате. 89 рублей сразу будет на него скидка. А, вот да, с ароматом орхидеи я точно не куплю, и с экзотическими фруктами. Все остальные нормально работают. Ну, конечно, сделаем эксперимент, возьмем 89 рублей. Опять же говорю, да, это не та сумма, из-за которой я не буду делать эксперименты. Ну и 269-я страница. Просто милейшие детские шапочки. С помпонами, вот с такими ушками, получается, с мордочкой кошечки. Шапки рассчитаны на детей с 8 до 12 лет. Размер 160 на 20 сантиметров. Размер 160 сантиметров. 1,60 м. А, это шарф. Извините. Шапка. 8-12 лет. Я не знаю, захочет у меня дочка или нет. Ей уже 14, но такие шапки они носят. Ничего, я с шарфом промахнулась, вам сейчас тут наговорю. Ну и новая детская одежда пошла, милейшая. У меня ребенок уже вырос, она уже во взрослую категорию входит, 42 размер ей подходит. Покупаем. И дальше пошли новинки нижнего белья. Все, что мне 100% не подходит ни по орнаментам, ни по наличию кружева, это я ничего покупать не буду, просто вам показываю. В конце каталога можете повнимательнее посмотреть, ознакомиться. Так, ну и что еще здесь есть? Опять у нас новинка одежды, которая, ну, тоже не знаю. Мне кажется, надо было в августе эту одежду выпускать для того, чтобы люди хоть как-то успели в этих летних мотивах походить. А сейчас, когда на носу уже ноябрь и Новый год, вот такие принты, не знаю, кто будет носить. В общем, одежда вся опять мимо меня. Какие-то кисти. Новые сумки, посмотрите, 1999 рублей, страница 349 в трех цветах, но пока не беру, пока сумки у меня есть, хотя красная, конечно, манит, и синяя манит, и черная манит, будем думать. Ну и хотела предложить своей дочери вот такие сапожки Уги, но цена 2999 рублей за полностью искусственную обувь, я не знаю, мне кажется, это слишком дорого. Тем более для детей, которые убивают обувь просто за один сезон. Я с чем сравниваю? У нас есть в Челябинске просто рынок, на котором, ну, торгуют все подряд. И
какие-нибудь уги-то можно купить за 1000, за 1000. Искусственные уги можно купить за 1000. За 1200 ты купишь, там, за 1500 вообще просто шикардос полный. А тут 3. Ну, конечно же, мы съездим туда и что-нибудь ей приобретем. Ну, и акция для новых покупателей. Все очень любят такую акцию, когда дарят парфюм за заказ. Здесь 30 вариантов ароматов, и мужские, и женские сюда включены. Заказ нужно будет делать на сумму от 1499 рублей, но это очень просто сделать. Ассортимент у нас в компании широкий. А для того, чтобы зарегистрироваться, нужно пойти по ссылке под этим видео. Там будет мой номер консультанта. Его обязательно внесите в строку, где написано, если у вас есть знакомый консультант, вот туда, пожалуйста, внесите. И тогда попадете ко мне в команду, я буду вашим помощником и помогу вам сделать и заказ, и рассказать, как и что в компании. Ну, а подарок вы получите со своим вторым заказом. Так, второй заказ у нас будет уже по 17-му каталогу, то есть по следующему. А в этом каталоге нужно, чтобы получить подарок, оплатить заказ на 1499 рублей и подождать до 17-го каталога, сделать заказ, и вы получите любую из водичек за 1 рубль. Ну а в этом заказе можете уже рассмотреть, что вам интересно. По ароматам, описание ароматов есть в каталоге, есть на сайте, и заказать пробники для того, чтобы не ошибиться с выбором вашего подарка. Ну вот и все. Закончила я гид по каталогу и план своих покупок, примерно показала вам, что это будет. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Соловьева Марина. Заходите под это видео, смотрите ссылки, которые я оставляю. Возможно, вам будет интересно посмотреть и другие мои видео. Всем до новых встреч на моем канале. Пока!